Спасибо, что вы все с нами. Я желаю всем здоровья, благополучия. И говорю вам, на старт, внимание, марш! Ура! Благотворительный лыжный забег собрал на Лазутинке более 200 спортсменов разных возрастов. Бегут они не ради наград и медалей. С нами бегут команды наших партнеров, с нами бегут люди, которые узнали просто о том, что проводится в Одинцовском парке лыжня благотворительная, да, и своим взносом решили поддержать наш фонд, пробежать свою дистанцию и просто сделать доброе дело и полезное одновременно. Все средства от стартовых взносов пойдут на помощь подопечным фонда борьбы с лейкемией. Это единственная в России благотворительная организация, которая помогает взрослым людям, больным раком крови. Лейкемия, лейкоз – это не приговор. И даже пережив это заболевание, этот диагноз, находясь в ремиссии, можно заниматься спортом, можно вести активный образ жизни, и нужно вместе помогать взрослым бороться с этим заболеванием. А помогать – это просто, говорят организаторы забега. Перечислить даже небольшую сумму, купить подарки, поддержать словом, стать участником спортивного праздника может каждый из нас. Несколько лет назад Марина Бурыгина тоже столкнулась с опасным недугом. Поборов его, посвятила себя работе фонда. К сожалению, тогда не было равного консультирования, не было таких же людей, как я, и никто мне не сказал, что ты будешь здоровый, все будет хорошо. Поэтому сегодня для меня важно быть тем человеком, который является равным консультантом и который может прийти к сегодняшнему пациенту и сказать, все будет хорошо, потому что самое время жить. Самое время жить. Девиз фонда стал слоганом соревнований. Дети, любители, профессиональные спортсмены, победители международных и олимпийских соревнований своим спортивным примером призывают именно к этому – не сдаваться, помогать друг другу, ценить жизнь. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».